Читаем коробку DSG DQ200 с помощью адаптера Scanmatic и самодельного кабеля. Разъем купил на Алиэкспрессе. Вот он. Вот новый разъем абсолютно. Здесь сделан просто штекер. Внутри штекера этого ничего нету. Все там стоит в сканматике. Устройство автоматического питания и так далее, и так далее. Все стоит там. Значит, одеваем штекер. Одевается очень легко. Вставляем сюда. Делаем идентификацию. Для этого нам нужно включить напрямую. Автоматического питания при идентификации нет. Значит, мы включим напрямую. Вот нагрузка пошла. Теперь мы делаем идентификацию. Вот, пожалуйста, номер софта, файл калибровки. Все здесь есть. Теперь в бут режим переходим. Выключаем кнопочку. Так, сейчас мы будем в бут режиме читать и пром, и флеш. Выбираем DQ200. Нажимаем чтение. Автоматическое питание включилось. Идет запрос. Идет чтение данных. Напомню, адаптер Scanmatic. Со Scanmatic уже работают 71, 53 и вот 58 модуль. Все эти модули я лично испытал со Scanmatic. Происходит чтение флеш. Сохраняем. И теперь сохраняем EEPROM. Все, сейчас можно клонировать эту коробку, заливать в другой блок. Вот так работает модуль 58 с адаптером Scanmatic 2.